является засыпанный солью, мертвец, озаренный последней болью, последней улыбкой, последней мечтой. Но вот я живу, я снова с тобой, и один из немногих счастливцев. Дорогие друзья, мы подошли к той части сегодняшней церемонии, когда мы хотели бы отдать дань и уважение тем людям, которые действительно в годы Холокоста рисковали своей безопасностью, как сказала госпожа посол, а зачастую своей жизнью ради спасения евреев. Мы называем их праведники народов мира. Это звание получило уже более 22 тысяч людей. Пусть наша аллея праведников мира не такая большая, как Яд Вашим, но каждое посаженное дерево знаменует то, что тысячи жизней были спасены. И сегодня мы хотели бы наградить еще двух человек. Работа действительно по поиску этих людей продолжается, и несколько раз в году мы награждаем и находим новых праведников мира, и за это огромное уважение, низкий поклон и спасибо. Сегодня мы будем награждать, и я приглашаю для награждения чрезвычайного полномочного посла государства Израиль в Украине Зину Галай-Клайтман и главу представительства НАТИВ на юге Украины, первого секретаря посольства государства Израиль в Украине Марка Довева. Все истории спасения практически одинаковы. Как только началась эта жестокая уничтожительная война и преследование евреев превратило массовый характер и повсеместность, люди, которые жили с ними бок о бок, естественно, прятали их в своих домах, в своих подвалах, в стогах сена, где только было возможно. Прятали тоже, сколько можно было это делать. Праведники мира, сегодня их имена. Ожернюк, Иосиф и Хевронья. Цыбулька, Кондрат и Софья спасали семью Ойберман, Юрия и Раиса. Я знала, если этого не найду, значит, ушла.